городское жилье, внедренное в загородный контекст. Мы сделали объект с такими отличными, суперскими, как мы считаем, планировочными решениями, как обычно, с очень динамичной, разнообразной архитектурой, такой европейской, качественным благоустройством. Ну, в общем, все как обычно, то, что мы делаем в городе на своих проектах. Поэтому стартуем и приглашаем вас поучаствовать в реализации этого проекта. Лифты в домах. Уникальное предложение в малоэтажном загородном жилье. Мы таких предложений в городе и за городом не знаем. Безбарьерная среда. То, что для нас сейчас стандарт проектирования наших объектов. Прогулочная зона в лесу как раз-таки. Мы хотим часть территории, которая не является нашей, но в локационной близости привести в порядок. И деревянные окна. Уникальное предложение для многоэтажных жилых домов. Чаще всего это используется для коттеджей, а уже в жилых домах упрощается подход к этому вопросу, и чаще всего это пластик. Авторская архитектура. Высота потолков 3 метра. Гардеробные и гостевые санузлы, транзитные кухни, террасы и теплые лоджии. Большой ливинг с двумя окнами, такого предложения нет ни у кого сейчас в малоэтажном загородном строительстве. Ждали с нетерпением, потому что для Академгородка всегда новая стройка, новый проект – это очень интересно. И мы знакомы давно с застройщиком и знаем, что всегда у этого застройщика интересные современные проекты. Понравилась высота потолков, большие окна – это все, что пользуется сегодня интересом. Ну и, конечно, зонирование кухни, когда мы уже переходим к таким современным планировкам. Сейчас действительно потребитель выбирает, ну, такого формата себе квартиры. Tesla Park отвечает запросам по молодым семьям, то есть это будет очень выгодно молодой семье, так как для детей будут парки здоровские, лес, можно спокойно выйти погулять с ребенком, покататься на велосипеде. Малоэтажная застройка, 4 этажа всего, но с лифтом, это большой плюс, то есть если даже люди с ограниченной подвижностью, то могут спокойно добраться себе до квартиры. Мне кажется, будет очень большим пользоваться спросом эта локация.